пригодный для жизни – это тот город, в котором безопасно. Одна из приоритетных задач округа сегодня – обеспечить полную защищенность граждан. Заместитель главы городского округа Александр Цуканов провел встречу с жителями микрорайона Подрезково. На повестке – установка камер видеонаблюдения и дорожных знаков. Мы эти вопросы для себя взяли на заметку и будем прорабатывать и, соответственно, помогать жителям в решении этих насущных вопросов. Установка камер видеонаблюдения и дорожных знаков позволит существенно сократить число правонарушений, а также уменьшит количество дорожно-транспортных происшествий. Ее проведут в рамках программы «Безопасный регион». Принять участие в выборе локации для установки камер видеонаблюдения, а также дорожных знаков, может каждый неравнодушный житель городского округа.